Друзья, всем привет! 1 октября, Ярополк не изменяет своим традициям, приехал в купель. Сегодня действительно первый день настоящей осени. Сегодня в России и в мире отмечаются такие праздники, как Всемирный день балета, Всемирный день пожилых людей, Всемирный день музыки, Международный день какао, кофе и шоколада, Международный день печенья. Есть даже такой праздник, Международный день охраны енотов, но 1 октября в России отмечают... Я считаю, что великий патриотический праздник – это день сухопутных войск. Наши воспитанники сейчас всем бойцам пожелают здоровья, счастья и, естественно, поздравят с этим праздником. А мы в честь этого праздника окунемся. Всех ребят, прапорщиков, сержантов, солдат и офицеров – сухопутных войск поздравляю с праздником, особенно в зоне специальной военной операции. Пожелаем победы, здоровья, самое главное, что вернулись живыми домой. Победа будет за нами. По традиции попить водички, сюда идем вдвоем. Это наши новенькие. Раз. И второго. Айдар, иди сюда. Так, понех. Путных войск. Желаю всего хорошего, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Давай, головой. Раз, два, три. Отлично, молодец. Первый раз закупаешься? Как думаешь, тебе понравится? Да. Посмотрим. Ага. Поздравляю всех наших ребят, сухопутных войск. Желаю им работы, желаю им успехов и хороших действий на СВО. Давай. С головой, ниже. Еще два раза с головой. Еще ниже, с головой. Еще раз с головой. Вот, молодец. Хорошо. Следующий. Поздравляю всех военных с праздником. Желаю вам здоровья. Победа будет за нами. Это все, что ты посмотрел в интернете? Я думал, что это будет необычно. Все, я тебя снимаю. Кто кого снимет? Поздравляю вас, сотрудников сухопутных войск. Желаю вам счастья, здоровья. И чтобы вы вышли сухими из воды и не было у вас никаких проблем. Самое главное, чтобы было здоровье. И победа. И победа, да. Сухими из воды – это прикольно. Сухопутные войска. Поехали. Да. Поздравляю всех, кто служил и сейчас служит в сухопутных войсках нашей необъятной Родины. Желаю всем счастья, здоровья, и чтобы в этой специальной военной операции вы пришли здоровыми и принесли нам победу. Давай. Но самое главное – это мир. Давай. С головой. Раз, два, три. Отлично. Так. Еще крутяк.